Завод задолжал рабочим почти 26 миллионов рублей. За помощью горожане обратились к губернатору края Вениамина Кондратьева. Они попросили помочь разобраться в ситуации. С октября 2014 года у нас на предприятии имеется задержка по заработной плате. Решение проблемы постоянно оттягивалось директором прошлым. Постоянно говорю, потерпите, подождите и так далее. В феврале уже назрело, мы пошли к директору головной компании Соболеву Игорю Аркадьевичу. Он попросил не выносить ссоры из избы, обещал вопросы все решить и так далее. Но мы согласились, естественно. Но шло время, и вопросы не решались. По мнению рабочих, причина такого положения предприятия в неэффективном управлении. Политика директора направлена на развал крупного станкостроительного завода, считают его сотрудники. Вениамин Кондратьев выслушал каждого, а после высказал свою точку зрения. Они не могут остаться один на один с этим Мао Сидин, или там как еще называется. Готовьте коррекционное совещание, прям внеплановое. Даже, может, по этому вопросу, потому что у нас сегодня Сидин, а завтра будет еще их целая куча. И не дай бог, конечно. И власть здесь не должна быть безразличной к своим жителям. Здесь не они должны быть оппонентами и просителями, чтобы сама власть даже четко обозначить о том, что она представляет их интерес. И тогда, может быть, желающих также поступать с работниками будет меньше, по крайней мере, в нашем крае. По итогам встречи глава региона поручил своим заместителям разобраться в ситуации и найти пути решения. Уже на этой неделе пройдут переговоры с директором завода.